И всем привет, и сегодня я буду делать оригами лягушка из бумаги. Что-то тут свет идет. Я не знаю. Ну, на первый нужна квадратная бумага. Сложим ее вот так параллельно. Параллельно сложим его вот так. Можно и с прямоугольной. Где оно и тоже? Вот так. Делается у нас вот это. Потом мы ее вот так делаем. Смотрите. Ужасная просто камера. Ничего нету, что поставить. Вот так делаем. Потом вот так. Вот так. И потом, вот видите эти линии? Вот сюда. Вот так делаем. И вот так. Потом. Кладем это так. Это как будто лапа лягушки. А, еще лягушка прыгает. Может сальто, бочку сделать. И потом. Смотрите. Вот так делаем. Кладем. Во-первых, делаем вот так, чтобы хорошо было. Потом вот так кладем, складываем до линии. Вот так. Потом делаем. Вот так. Это немножко криво получилось, но ничего. Да, смотрите, у нас получилось вот это. Потом мы делаем вот так, вот этой линии. Я смотрю на камеру, это делаю. Так, я не... Вот так. Потом. Вот так мы сделали, открываем все, кроме только это. Берем, делаем ноги, немножко будет ровненько. Вот так. Вот видите, сюда. Это должно быть по этой линии. Вот так. Вот так потом. Можно из любой бумаги. Огромные лягушки не делайте, они не будут брать. Потом вот это вот так делаем. Вот так. Это тоже по той линии кладем. Так, немножко трудно. Немножко трудно вам будет. Но вот так. А, вот так нужно. Одинаковая линия была. Она вот там. Вам вообще не будет видно это. Подписывайтесь, поставьте лайки, напишите комментарии. Комментарии особенно. И лайк подписывайтесь. Я хочу... чтобы мне было больше 30 подписчиков. Подпишитесь. И потом делаем вот так. Ой. Ну да, это наши ножки уже готовы. Делаем их вот так. Складываем. Руки делаем. Вот так. Видите? Вот так. На этой линии. На этой линии. Лимончики. Потом вот так. Видите? Все у нас получилось так. Теперь делаем вот это. Вот этого места вот так кладем. Потом... Стойте, потом делаем вот так. И вот так все. И ноги мы делаем вот так, смотрите. Ноги делаем вот так. Ну и вот наша лягушка все готова, она хорошо будет полагать, но мне плохая бумага, она что попала будет делать, смотрите.
Подписывайтесь, поставьте лайки, напишите комментарии. И всем пока. Пип. Ой, что-то не...